Тра-та-та. Или как там нахуй говорят ваши вот эти полурэперы. Deadline и того рот подошва продакшн представляет. Готовы? Ловите. Повар, иди сюда, блять. Всем здорово, я запел, прикиньте. Это первый трек, так что строго не судите. Хотя похуй, обсудите. Сколько раз прослушал, ха, я на репите. Короче, тема такая, я сейчас зачитаю. А ты скажи, Саша, я сейчас растаю. Слушай внимательно и запоминай. Если тебе грустно, китайские пельмени — это ебейший стрим. Погнали, почему бы и нет, ведь это вы всех собрали. Снова в онлайне, правила твича, ебут мне мозги, по нервам стуча. Нужно ли мне вдаваться в подробности о том, что порой нет пределов возможностям, о том, что занятия отродясь бесполезны. Расклад на день такой, вижу хуй, пнул ногой. Все мы знаем непременно, что ответить нужно. Мата поменьше, ебало поуже. Повторение, мать учения, так что скажем дружно. Мата поменьше, ебало поуже. Поскольку мы существа стадные, я искренне желаю тебе найти человека, который будет как ты, с легкой ебанцой. Ведь человеку нужен человек, а чувствам нужен выход. И даже если весь мир будет говорить, это не твой человек, он тебе не пара, шли всех нахуй. Слушай сердцем, ибо любовь правит миром. Каждый день — это маленькая жизнь. А ведь зачастую мы тратим свое время напрасно, мы тратим свою жизнь напрасно. Откладывая все на потом, откладывая все на когда-нибудь, откладывая все на тот самый день. Никогда не порть свое настроение и не позволяй другим портить его. Даже если ты живешь в ограниченных возможностях, даже если у тебя проблемы, которые мешают тебе проводить свой каждый день как праздник. Кстати, по поводу праздничного настроения. Я знаю, как тебе его поднять. Оформляю. Лови. Маленький Бобби Джон. Маленький Бобби Джон. Кто мне расскажет, кто подскажет, где же он, где же он? Deadline Trade.